Дорогие братья и сестры, все, кто сегодня собрались в этот день в зале, чтобы еще раз услышать имя праведного Симеона, чтобы как-то воздохнуть сердцем при слышании имени его, и чтобы разделить радость дня его памяти, 30-летия второго обретения его мощей, увидеть друг друга, как-то, когда мы вместе, то даже от самого этого факта, когда мы собраны вместе в добром деле, уже хорошо. Ну и не чудо ли, конечно, то, что люди, приходя сегодня в Верхотурье, обращаясь к праведному Симеону, подходя к раке его святых мощей, получают то, что они не могут получить в этом мире. Кто-то получает здоровье, которого врачи при всех стараниях не могут ему даровать. Кто-то получает семейное счастье, у кого-то рождаются дети. Как он участвует в нашей жизни. Вот это чудо. И мне сегодня отрадно и приятно, что, смотрите, как святой Симеон ушел от государства, как дворянин, он ушел к Богу. А сегодня и государство особое почтение оказывает праведному Симеону. Поэтому я хотел поблагодарить всех вас, поблагодарить тех, кто помог состояться, свершиться этой встрече, и выразить надежду, что по молитвам праведного Симеона вот те беды, которые сегодня каждый носит в уме, в сердце, которые вот вокруг нас происходят, что эти беды, эти раны, они завершатся, знаете, как болезни. Не поболел и умер, а поболел, обрел силы, обрел иммунитет и дальше живет. Я желаю всем вам по молитвам праведного Симеона жить и жить хорошо. Глубоко уважаемый Владыка, дорогие братья и сестры, мне очень приятно сегодня передать вам слова приветствия от губернатора нашего региона, от всего правительства области. Действительно, мы находимся сегодня в Уральском государственном театре эстрады, действительно, это некое наше соработничество. Но, наверное, главное состоит в том, что сегодня нельзя по-другому, и всегда нельзя по-другому, даже тогда, когда, к сожалению, может быть, так и было, потому что для сегодняшнего дня наличие маяков, в том числе духовных маяков, тех образов, за которыми нужно и должно идти, крайне необходимо. И сегодня очень важно вспоминать, говорить об этих маяках и о Симеоне Верхотурском особенно, потому что это наша святыня, и Верхотурье для нас особое место для всех, наверное, людей самых разных вероисповеданий, которые живут на территории региона. Потому что очень важна вера, очень важно, как я уже сказал, понимание того, что мы вместе. И вот это обращение, сестры и братья, оно сегодня, наверное, приобретает особый смысл. Yeah.
Господи, дай молитву монастырям, мир народу, мудрость властям, славный путь державной Руси. Воскреси, Господь, воскреси. Наше наследие, кочки и рытвины, мифы, которые были разрушены, вербочки, словно девчонки, завитые, яблоки постные, с желтыми грушами, наше наследие в зелени горочка, церковь, стоящая там, с колоколенкой, чуточку выше, пусть хоть на столечко здешних березок, ветром наклоненных, наше наследие, милые хлопоты, стряпать пельмени и прочие вкусности, долго молиться, слух или шепотом, может, грехи нам сегодня отпустятся. Богом избранная Русь, удел Божьей Матери определимо, хранима Богом моя Русь. Россия, ты моя Россия, богата светом и теплом, согрей ты всех нас, матушка Россия, своим теплом согрей, согрей. Согрей ты всех нас, матушка Россия, своим теплом согрей, согрей. Люблю тебя, моя Россия, в просторах неизмеренная Русь. Бескрайние поля, леса, долины, горы, богатство недр неисчерпаемая Русь. Россия, ты моя богата светом и теплом, согрей ты всех нас, матушка Россия, своим теплом согрей, согрей. Согрей ты всех нас, матушка Россия, своим теплом согрей, согрей. Обрадует вечный покой
для седых пирамид, а для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. И прежде чем мы споем финальную песню, которую вы ждете, прежде чем мы разыграем три альбома, Саш, подожди, мы хотели бы от всей души поздравить с прошедшим юбилеем Его Высокопресвященство, дорогого владыку Евгения. Мы очень рады, что вы так тепло к нам относитесь. Заботитесь о нашем коллективе, приглашаете. И мы рады, что Екатеринбург, Урал становится для нас родным, любимым местом, куда хочется и хочется возвращаться. Дай вам Бог помощи, крепкого-крепкого здоровья, дорогой владыка, на многое и благое лето. На многое благое лето дарует Бог вам ясного неба, счастья и мира. Мы вам желаем от Господа Бога нашего. На многое, многое, многое лето, да на многое, многое, да на многое лето. Пусть будет в жизни у вас только свет, и в Божьей любви душа доживет. Для веры, спасения и вечного света живите на многое, многое лето. Мира в Боге просиявших, святых князей предков наших, вера вечна, вера славна, наша вера православна. Вера простых, вера знатных, вера наша благодатна, вера вечна, вера славна, наша вера православна. Вера вечна, вера славна, наша вера православна. В ней душа стремится к свету, лучше этой веры нету. Веры вечной, веры славной, нашей веры православной. Веры вечной, веры славной, нашей веры православной. Народ русский просветила, Святой Русью окрестила. Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Yeah.
Мы от всего сердца благодарим артистов, которые подарили нам свое творчество, а вместе с ним частицу души.